Всем привет, дорогие зрители этого видео! Рада видеть вас на своем канале. С вами Кононова Аня и проект Вперлик Онлайн. И в этом видео я вам расскажу о своих пустых баночках. Во-первых, для меня новинкой оказался очищающий гамаш с эфирными маслами. Могу про него говорить очень много, но что хочется сказать. Он идет 50 мл, артикул 10.72. Вещь просто меня, честно скажу, поразила своими свойствами, но она очень неудобная. Во-первых, да, то есть тут написано, что он бережно удаляет роговевшие клетки кожи, полирует, разглаживает поверхность. И еще больше я могу сказать, лицо молодеет, лицо светлеет, лицо становится свежим таким, приятным, опрятным, ухоженным. На него не хочется даже наносить косметику, как вот оно мне понравилось, это лицо, да. То есть, ну, понятно, что если он все это убрал, то после этого нужно обязательно нанести крем, это в первую очередь, да, потому что если он снял весь слой ороговевший, клетки кожи открыты, обязательно туда после него нужно нанести крем, да, то есть если вы делаете утром дневной, если вечером ночной. Так вот, что меня удивило, кожа после этого средства, мне его хватило раз на 5, наверное, кожа после этого средства просто с жадностью съедает любой крем, и лицо благодаря этому гаммажу просто видоизменяется, освежается, становится лучше, да, то есть я его заказала, он у меня простоял 3 месяца, все никак не доходили руки до него его попробовать, да, такая вроде бы невзрачная упаковочка, какой-то гаммаж с какими-то маслами эфирными, знаете, как-то вот неприметная вещица, но вы знаете, после первого раза у меня к нему постоянно тянулись руки, да, и слава богу, что тут разрешено использовать 1-2 раза в неделю, как вы видите, да, способ применения у него в принципе не очень-то удобный, потому что нужно обязательно забирать волосы, потому что гаммаж имеет свойство засыхать. Значит, нанесите небольшое количество гаммажа на очищенную влажную кожу, оставьте подсохнуть на 15-20 минут. Первый раз я дала ему высохнуть целиком, и получилось очень некрасиво. Он, во-первых, налип на волосы, волосы пришлось промывать раза 3-4, вот эти вот сосульки засохшие, да, на волосах. Во-вторых, я не смогла его скатать, потому что он пересох, и он просто отпадал. Но лицо все равно сказало мне спасибо своим сияющим видом. Да? Когда я его уже делала второй раз, я ровно 15 минут засекла и легкими круговыми движениями начала скатывать гаммаж кончиками пальцев. Вот тогда я и поняла, сколько я потеряла, когда я им не пользовалась, да, то есть на второе применение, когда я им не пользовалась столько долго времени, не знаю по каким причинам, да, то есть, но он, видите, он такой неприметный. Так, хотела вам показать, там уже, наверное, пусто, вот он такой светленький, да, то есть, когда вы его наносите тонким слоем, он у вас высыхает. Он такой, как вы видите, густоватенький. Ну да, написано тонким слоем, но примерно вот таким, я думаю. Тоньше не нужно. Вот, и давайте подождем. И посмотрим с вами, да. То есть, как он скатывается. Потом, значит, да, то есть 15-20 минут, но это быстрее, в принципе, высохнет. Далее, моя любимка маска, восполнитель кератина. Делаю ее не постоянно, только ее, но она у меня чаще всего, наверное, да. То есть, тут идет защитная мембранка, вот она такая розовенькая. Отлично наносится, хорошо распределяет, делает волосики мягкими, пушистыми, красивыми, светящимися, такими рассыпчатыми. Очень делает, да, это маска-восполнитель кератина для поврежденных волос, да, то есть вот такая хорошенькая, она очень вкусно пахнет, у нее приятный аромат, 200 миллилитров, артикул 8248, мне ее хватает на 3, на 4, на 5 применений, да, ну, смотря как расходовать, да, иногда я еще в нее капаю масло, забыла, какие масла,
Так, три масла, так, розмарин и еще там какие-то два, лаванда, по-моему, да, то есть вот эти вот эфирные маселки по три капельки перемешиваю, да, то есть особенно если остатки, а если не остатки, то сначала кладу маску на ладошку, а потом уже капаю маслице и вот таким образом перемешиваю, это по совету моего парикмахера, и вот тогда еще делаю маску с маслами. Очень понравилось, это бессульфатная линейка, есть еще различные виды, да, вот отличнейших средств по уходу, да, допустим, такое, как вот это вот, да, сыворотка питательная для всех типов волос, да, с артикулом 8215, тоже ее испробовала, отличная вещь, вот, ее надо совсем чуть-чуть, она долгоиграющая. Вот, так, ну вот смотрите, гамаш подсох, и начинаем круговая, я мало нанесла, да, вот он, видите, начинает скатываться, такими вот как шариками, и кожа чистится, и после этого она реально начинает сиять, начинает становиться классной. Вот, мне очень понравился эффект, да, то есть, ну вот я сейчас вижу уже, что вот это место намного глаже, чем места рядом. Это, конечно, очень приятно, что в компании Faberlic есть такие классные суперские вещи. Далее, пятновыводитель. Ну, люблю его, заказываю уже 4 года практически, 28 или 26 или ноября 2018 года. Я уже буду как 4 года в компании. Это один из первых продуктов, который я заказала. Тут идет мерная ложечка, он идет как порошочек. И можно делать очень много всего. Мы практически все использовали. Значит, тут можно чистить и кухонные поверхности, да, раковины, плиты, чистка посуды, термосов, да, то есть тут все есть, чистка ковров. Вот, и также стирка, да, то есть стирка, ну, самое основное, что мы ему используем, это стирка, но, конечно, когда мы в горячую воду его кладем, он, знаете, так пенится немножечко, и потом туда складываем вилки, ложки, достаем, и они просто блестят, они светятся, как будто это из какого-то дорогого серебра не сделанные, да, то есть вещь очень даже универсальная, универсальная в дом, и с пятнами тоже отлично справляется, особенно в паре с нашим порошком, и от 60 градусов, просто идеально справляется, 30-40 градусов стирка, я не могу сказать, что прям с первого раза, да, там уже со второго, с третьего. Далее, еле допользовала вот такой вот шампунь Майхоне, он идет с медом, вот оставила немножко, чтобы вы посмотрели цвет и консистенцию, натуральный прям аромат меда. Не люблю натуральный аромат меда. Артикул, так, 250 миллилитров, артикул 8558. Моющие свойства у него нормальные. Вот, тут идет роскошный уход с воском, прополисом и медом. Да, то есть тут идет и шампунь, и кондиционер, два в одном. Вот, и я его как-то взяла, потому что он два в одном, в какую-то из поездок, и забыла его взять с собой. В итоге мне пришлось бежать в магазин покупать шампунь, помню. Вот, я изменяла компании Faberlic, по-моему, Dove, что ли, купила шампунь. В общем, но я сейчас не об этом, о том, что, слава богу, что я его забыла. Запах прям натуральный мед, что мне очень не нравится, прям такой медовый. И, во-вторых, с первого раза голову он не промывает. Приходится мыть второй раз. Что-то в нем есть такое, что вот не до конца промывает голову, особенно если пользоваться вот таким вот данным средством, то вообще приходится 3 раза голову мыть. Это же сухой шампунь. У меня закончился такой вот сухой шампунь буквально сегодня. Мне нужно было созвониться с утра. Я понимаю, что у меня на волосах что попало. А голову мыть я собралась вечером. Мыть, делать маску. Я понимаю, что я сейчас не буду ее мыть, сушить быстрофеном. И я вот с таким сухим шампунем быстренько обработала голову и созвонилась. И выглядела очень человечно. Да, то есть как раз остались остаточки. Артикул 8228. Он идет 125 миллилитров. Отлично. Шампунь, но смывается туговато, то есть бессульфатными шампунями или вот таким вот, как этот, вы его будете 3 раза мыть голову, да, вот как раз сегодня я, вот на момент съемки этого видео сегодня, я вот тот шампунь домыла, нормальный шампунь, отличные волосы, все здорово, все классно, как бы, но как-то вот оно не мое, вот этот аромат.
Далее хочу похвалить такую маску, артикул 0761, 50 мл. Это Матридженик 60+. Очень-очень хорошая маска, но ее, походу, нет на складе. Пыталась взять еще. У меня в запасниках осталось всего лишь 2 штучки. Она очень хлопотно наносится. Вдруг она будет, хватайте. Ваше лицо просто преобразится с данной маской. Пусть у нее неприятный аромат, пусть она неприятно накладывается на лицо. Такими, знаете, как вам даже сказать. Вот, наверное, я вам даже покажу. Вот, такими штучками она и ложится на лицо. Да, то есть приходится вот так вот расхлопывать. Вот она и есть, да, это не подсохшая маска. Я ее делала буквально вчера. Вот, она такая и есть по своему свойству. Ее надо вот так вот долго-долго-долго-долго распределять, расхлопывать, да. То есть она очень такая твердоватенькая, я бы сказала, да, масочка. Вот, но ее действие это просто... Вдруг она у вас еще есть на складу, просто вот действительно хватайте. Походу ее снимают с производства из-за того, что, наверное, хотят обновлять линейку 60+. Прям хватайте. Вот, артикул 0761, 50 мл. Значит, что она делает? Омолаживающая маска на основе морских водорослей гарантирует быстрый впечатляющий результат. Это действительно так. Всего за несколько минут кожа глубоко очищена, а контуры лица восстановлены. Экспресс-уход еще никогда не был таким простым и эффективным. Используйте один продукт для одновременного очищения и восстановления кожи 3 важнейших зон: лица, шеи и зоны декольте. Вот действительно, мне такой маски, к сожалению, хватает на один раз, но я ее делаю, ну, раз в месяц, наверное, эту маску, и она просто преображает мое лицо. Попробуйте, да, попробуйте, возьмите, да, то есть она реактивирует 14 генов красоты. Это биомиметическая косметика, простите, да, от мимических морщин, вот, поэтому это просто находка для меня, но аромат и способ нанесения у нее очень такой неприятный, я бы так сказала. Далее, любимка наша уже, гель для душа, тонус энергия, да, то есть вот его консистенция, сейчас я вам да, нашлепаю. Да, то есть вот он такой, не густой, не жидкий, но ближе к жидкому, да. Аромат у него действительно такой кисловатый, классный. Пахнет на самом деле клюковкой, а имбиря тут очень мало, плохо чувствуется имбирь. Вот, далее гель для душа с афродизаками для интимной гигиены. Ой, гель для интимной гигиены, а это не гель для душа, простите, да. То есть он густой, он классный, он прозрачный, он хорошо пенится, он идет с такой легкой, еле уловимой, такой сладкий аромат с горчинкой. Артикул 8722, 6 месяцев годен открытым, да, то есть 200 миллилитров у него объем. Очень долгоиграющий, стоит по нескольку месяцев, да, потому что, ну, в принципе, им мы маленькие части тела своего, как даже выразиться, да, и нас всего вот 2 девочки им пользуются в семье, поэтому получается, что он у нас долгоиграющий получается. Далее, вот такое вот средство. Так, вот такое вот средство для чистки стекол и зеркал. Нам оно нравится, да, вот мы как раз на дне оставили. Слегка просвечивает оно, да, то есть 500 миллилитров. Отличное средство, артикул 110-48. Стекла мыть с ним одно удовольствие. Все хорошо, и оно так сильно, как магазинское, в нос, конечно же, не бьет. Вот, далее закончился у меня такой вот спрейчик. Это восстанавливающий активный спрей. Я с ним очень часто делаю маски. Иногда он у меня стоит на столе. И я им пользуюсь как увлажнялочкой, что ли, в течение всего дня. Его можно наносить поверх косметики, без косметики, то есть как вам будет удобно. Его можно замораживать и протирать им лицо с помощью льда. Также можно не допускать высыхания глиняных масок. Также можно наносить под любую маску и усиливать действие маски. То есть такой классный спрей. Это как бы спрей, как вы видите.
с обалденно классным ароматом. Я себе уже заказала один такой спрей в Бали, да, то есть вот артикул 0256, 100 миллилитров, восстанавливающий активный спрей для всех типов кожи. А, значит, он идеальное средство для мгновенного увлажнения и защиты молодости кожи. Обладает охлаждающим эффектом, да, есть немножко, и повышает тонус кожи, освежает лицо, устраняет следы усталости. Действительно так. Значит, это инновация лаборатории Faberlic, технология 4D Target, в основе которой кислородные дроны обеспечивают таргетированное воздействие на клетки кожи. То есть такое средство не особо-то простое, это не просто спрей освежиться, да, то есть он питает, он помогает коже сохранять молодость. Далее, сегодня доделала такую вот масочку, артикул 24-21, она идет 75 миллилитров, называется она «Секрет Клеопатры», восстанавливающая маска для лица, по-моему, это глина, где-то я оставляла, да, вот такая вот она идет масочка, очень такое хорошее с нее плотное нанесение, да, очень хорошо. Я думаю, сегодня надо снять обзор по пустышкам, потому что сегодня много что закончилось, да. Да, вот такая вот она идет. Значит, это восстанавливающая маска для лица. В состав входит тут белая глина. Она очень хорошо разносится, очень классно пахнет. Очень такой приятный, сладкий, не бьющий в нос аромат. Вот именно, что вот чего-то такого дорогого, хорошего, да. То есть вот такая вот масочка. Ее очень приятно наносить на лицо. Хочется, знаете, наносить. Я иногда начну от лба и заканчиваю уже около груди. Я все на нее наношу. И такой, знаете, кайф, она так скользит, такая хорошенькая, легко очень наносится. Вот. Единственное нарекание, тюбик опять-таки, да, приходится его разрезать, потому что тут много остается. И я его реально разрезаю, чтобы достать остатки. Но это, мне кажется, это ерунда. Да, вот такая вот масочка. И как раз глиняные маски я вот издабриваю вот этим спреем. Он у меня сегодня закончился из-за того, что я вот этой маской пользовалась глиняной, да. Значит, что эта масочка делает, да, то есть она идет с белой глиной. Это источник полезных веществ, которые восстанавливают и глубоко очищают кожу, выравнивая ее рельеф и тон, сужают поры, ваше лицо наполняется поистине царственной красотой. Артикул 24-21. Отличная маска. Лицо действительно после нее приятное, классное. Крема не просит даже, вот, да. Ну, я понимаю, что мне нужно нанести крем, но я специально вот посидела, повспоминала ее ощущения. Она не просит крема вообще нисколько. Она не сушит кожу, то есть вот это вот очень приятно. Да, чувствуется такая наполненность, напитка кожи, да, то есть очень приятное такое вот. Далее, вот такой вот гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера. Это для моей дочки 0+. Я заказываю теперь только его. Вот, он у меня тоже закончился. Артикул 1644, 190 мл. Он очень долгоиграющий, он хорошо пенится, он без аромата, без цвета, практически без вкуса. Но он такой, знаете, беленький, светленький, да. Вот если получится, может быть, даже я и капну сейчас немножко на руку. Вот он, да? Вот он такой вот. Остатки там есть немножечко, да? Вот он такой вот. Он отличный, он классный, он не щиплет слизистую, да, ничего с ним не происходит. То есть такой хорошенький, добротный, суперский гельчик для подмывания, для детей, просто великолепный. С экстрактом череды и алоэ вера, да, алоэ вера, гипоаллергенный, без отдушек, то есть такой, знаете, как будто грудным малышом пахнет, знаете, так сладко, приятно, так здорово. Все, значит, про гель поговорили, и еще с вами поговорим, у меня еще, оказывается, была старая версия Меги,
да, то есть тут немножечко поотрывали девчонки. Вот, это 500 миллиграмм по 60 капсул. Сейчас ее в наличии нет, она в наличии в другом уже формате. То есть артикул, даже если я вам скажу, то это бесполезно. То есть она уже была на перевыпуске и сейчас выпущена в более новой, красивой, современной упаковочке. Да, то есть омегу мы допили. Далее, вот такая вот упаковочка у нас закончилась. Гигиенических прокладок с неоновым чипом дневных. Классные. Артикул 112.89. Если вы их попробуете хотя бы хоть раз, я не знаю, сможете ли вы найти им аналог в магазине, потому что они действительно суперские. И плюс ко всему в составе еще входит вот такой вот анионовый чип, который не дает запахам, да, лишним, которые нам не нужны, распространяться. И плюс, так, по-моему, еще он обезвреживает, да, естественные антибактериальные и дезинфицирующие свойства, благодаря которым предотвращается появление нежелательного запаха без добавления химических антибактериальных компонентов. Вот такая вот классная штучка. Они мягкие, они классные, они дышат, они очень плотно прилегают, их вообще незаметно. Я никогда не могу понять, когда пора менять, потому что они просто незаметные. Вот, еще бы у меня не болел живот, и вообще было бы все хорошо. Тогда бы я вообще забыла про проблемы, да, на несколько часов. Их реально надолго хватает, и я могу сказать, что они весьма надежные, они мгновенно впитывают, и вообще просто попробуйте раз, и вам понравится. Кто пробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравятся ли вам наши женские гигиенические прокладки, вот, потому что я могу сказать точно, что они лучше Always, лучше, намного лучше. Я даже вот вам сейчас, у меня рядом ванная, вот одну секунду. Вот я даже принесу, для сравнения покажу. Да, то есть так мы их и не допользовали, да, то есть тут они расписаны здорово, да, то есть 100% защита от экономии, это идет четверочка, но вот знаете, ой, когда не было наших, я просто вот мучилась, я какие только не покупала, да, то есть это ночные Always, вы понимаете, мне в них сыро, кожа не дышит, я в них просто, вот знаете, чуть не помирала, да, то есть они такие ужасные, и у меня, конечно же, бывало и раздражение, да, то есть вот они мне нисколько вот не понравились, еще я брала несколько видов, но вот никак не могу их закончить, уже не первую прокладку, не первую упаковку вам показываю в пустых баночках, а эти я никак не могу закончить, то есть они вроде бы и красивые, и аромат у них такой симпатичный, и все, да, ну это ночные большие, да, на ночь, но не хочу я с ними быть, потому что в них просто все задыхается, все спирается, все преет, запах неприятный, да, и все такое прочее, то есть вот это вот мне, конечно, вот я вам показываю, вот именно вот эти прокладочки, они мне действительно не понравились, да, то есть вот нисколько, я, и в принципе они идут не дешевые, да, то есть тут идет размер четверка, ночные, да, вот есть еще пятерка, тройка, двойка, единичка, но это я вот не, ничего не, да, то есть нисколько в них кожа не дышит, а цена, я не могу сказать, что меньше, ниже, она даже дороже, потому что у нас еще скидки же идут, да еще продукция весит баллы, а за баллы к нам идет за каждый балл 60 рублей выплата, а эти прокладки, они идут, может быть, даже целый балл, и нам еще идет скидка, да, выплата за наши прокладки назад возвращается, поэтому это действительно дешево, классно, особенно те, кто на 23%. Вот, я думаю, поймут. Вот, вот такое вот некорректное сравнение, но это лично мое, конечно, мнение, но у меня еще были, по-моему, Discreet. Ну, в общем, их долго не было, где-то, может быть, полгода их у нас не было, где-то, может, 4 месяца они были на перевыпуске. Я знала, что их будут снимать,
И, ну, как бы снимать с продажи я взяла, помню, что по 15 пачек всех видов, да, мне насколько-то хватило, да, но потом все-таки все равно не закончилось, пришлось идти в магазин, каких я только не перепробовала прокладок, вот вы представляете, ну, прям даже вот не хочется их обсуждать, потому что абсолютно другое. Может быть, конечно, я не спорю, может быть, магазины же не застрахованы от подделок, да, и получается иногда вроде бы вам кажется, что оно настоящее, а оно может быть подделкой, да, и оригинал намного лучше. Вот. И последнее, что бы мне вам хотелось показать, раз уж я это достала из коробочки, а коробка у меня полная сверхом, поэтому... А значит, очищающий пилинг мусс, вещь классная. Я так понимаю, что его больше не будет, потому что я заказала вот такой вот новый пилинг мусс, да, то есть вот этот пилинг вот с этим, да, то есть схож, да, то есть это одна программа очищения, обновления, вот, а этот пилинг, он идет очищающий мусс с энзимами, и тоже вот этот вот ренивал, активное что-то тут, да. Вот, значит, легкий пилинг и обновление кожи. И тут написано очищающий пилинг мусс, нежная кремовая, так очищает, удаляет старые клетки. В общем, все то же самое, удаляет старые клетки. Мне кажется, что произошла замена. Но вещь действительно суперская для ежедневного умывания. Мне она понравилась. 75 миллилитров она идет. Вот. Артикул 1073, и если вот попробуйте, вам понравится, если вдруг вы не найдете такого, то тогда вот артикул 1219. Я честно попробовала, у них даже ароматы одинаковые, поэтому я как-то вот даже и не сомневаюсь, что это он и есть. Да, аромат даже одинаковый, с такой легкой кислинкой он идет. Да, такая горчинка. Кислинка, да, то есть, ну, без отдушек, да, более такой натуральный, классный. В общем, мне кажется, что просто произошла замена, потому что разницы особо я не вижу. Вот, тоже 75 миллилитров, поэтому если 1073 нет, а вы любите хорошие пенки, нормальные, да, то есть, то артикул 1219. Но смотрите, им нельзя пользоваться что этим, нельзя пользоваться для кожи вокруг глаз. То есть, вам все равно нужно каким-то средством умыться, а потом уже пилинговать кожу, да, если у вас на лице там тени, тушь и подводка и так далее. Этим глазки нельзя мыть, да, то есть это уже чисто за кожей идет, вот, чтобы кремчики лучше впитывались. И, конечно, когда я начала пользоваться вот именно этим очищающим пилингом муссом, я вам могу сказать откровенно, кожа начала просто с жадностью кушать все мои крема. И я так понимаю, что очищение, вот которое, да, там я могу раз в неделю сделать скраб, потом там маску могу сделать. И мне казалось, что я свою кожу, да, к примеру, да, делаю я там, допустим, две или три маски в неделю, один-два раза скраблю лицо, и мне казалось, что я просто перепитываю свою кожу масками, поэтому кожа не особо крем берет. Но вот им я пользовалась, он долгоиграющий, его хватает на, может, месяц, полтора, два, где-то вот таким образом, да, и я могу сказать, что у меня лицо преобразилось, поэтому от умывалки, от гаммажей, от всего, конечно, наше лицо очень сильно зависит, как будет впитываться крем, как он подействует, как глубоко, или вы сверху чешуйки будете, да, извините меня, там подмазывать и думать, что вы там намазались кремом, да, и нанесли, у вас все хорошо, или вы сначала очистите, будете гаммажи делать, скрабировать свое лицо, да, то есть абсолютно разный уход получается, абсолютно разный. Я в 25 лет так за собой, конечно, не ухаживала, потому что я все это не знала. А сейчас мало того, что я это все знаю из вебинаров Риммы Корнеевой, так я еще это все на практике испробовала. И я прям чувствую по лицу, что она была права. Я вижу, как у меня разглаживаются морщины, которые в 25 у меня уже появлялись. Да, вот эти лапки от пересохших глаз, кожи, да, век пересох.
сохла кожа век, лапки появлялись, там морщины вот эти мимические на лбу, как у меня появились, да, мне сейчас 35, как у меня появились морщинки около рта, вот эти вот, да, улыбка, да, то есть вот это было все, и оно начало уходить, оно начало подтягиваться, я смотрю в зеркало, я понимаю, что мое лицо выглядит лучше, да, чем в те времена, это, конечно, очень приятно, поэтому буду продолжать дальше пользоваться. Ну все, с вами была Конова Аня, пусть у меня и полная коробка, но тестировать уже негде и не на чем. Пошла я мыть руки. До встречи с вами в новых интересных видео. Это были мои пустышки, которые, ну, действительно просто мне нравятся. Да? То есть тут нет вещей вот на этом видео, которые бы мне не понравились. Ну, кроме, наверное, вот данного шампуня. Остальное все, в принципе, классное. Всем пока-пока. Всех целую. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. Вам будут приходить новые свежие оповещения о новых видео.